Фотокорреспонденты из Казахстана и Китая прибыли в Карагандинскую область, чтобы запечатлеть необыкновенные кадры. Мастера объективов уже готовят экспозиции к 25-летию независимости Казахстана и выставке «Экспо-2017». На этот раз местом фотоэкспедиции станет Улутауский район. Его по праву называют эпицентром казахской культуры. В этих краях огромное количество архитектурных и исторических памятников, курганы с усами, мазары, галереи наскальных рисунков. Но еще Улутау славится живописной природой. Здесь фотожурналисты планируют сделать 1000 снимков, чтобы потом разместить свои работы в интернете, СМИ, создать фотоальбом и организовать фотовыставку. Цель этого проекта – показать природу, исторические места, а также обмен опытом между фотожурналистов, чтобы они не только в редакции или каких-то помещениях, а на природе свободно пообщались и друг другу развивали свое искусство.